Получать свой первый документ из рук главы муниципалитета, да еще в такой праздничный день, особенно почетно. В День народного единства в актовом зале окружной администрации паспорта вручили 21 школьнику. Событие стало волнительным не только для ребят, но и для их родителей. Я очень ждала получения паспорта, была в предвкушении и немножко переживала на церемонии вручения. Но потом, когда уже вручили, уже стало поспокойней. Это же очень важный момент в жизни ребенка, поэтому мы рады, что нас пригласили и вручили паспорт в такой торжественной обстановке. Владислава Горбачева к получению документа относится ответственно. Как и многие подростки, мечтает о самостоятельности. Понимает, что паспорт дает многие права, но вместе с тем и обязанности. Я долго ждала, пока я получу паспорт, потому что это уже большой шаг во взрослую жизнь. Ты уже можешь что-то сам делать, у тебя много возможностей появляется, также много ответственности, которую ты должен нести сам за свои поступки. О важности этого документа еще раз напомнил ребятам и глава муниципалитета Андрей Иванов. Быть гражданином нашей страны – это почетно и престижно, но вместе с этим, конечно, это большая ответственность перед государством, перед обществом, перед вашими родителями, перед самой историей. Каждый из ребят теперь является частью той самой истории. А чтобы подростки не забывали, в какой великой стране они живут, всем юным гражданам России вручили книгу Николая Карамзина «История государства российского». Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».